Посмотрите сюда на эту красоту. И это у нас брила. И это у нас брила. А теперь давайте посмотрим наверх, что здесь происходит. Здесь у нас идет небольшое укрытие с затемнением, с небольшим затенением. Для чего? Чтобы немного опустить здесь температуру. Что происходит, когда температура более низкая, чем закрыли, скажем, от солнца? Это позволяет ягоде быть более насыщенного цвета, более блестящей. Да, сама по себе брила, как вы отметили, она оранжевая, она не алая, красная, но тем не менее, мне прям вот хочется, ну в рот она просится, понимаете? И что позволяет такая сетка? Она затеняет и продлевает срок сбора урожая. И тем самым ягода остается более плотная, более блестящая и, соответственно, более крупная. Ну, а на сегодня все, а я буду снимать вкусовые качества. Всем пока! Реально мне нравится. Класс.